Осколка это место зовут мертвой зоной. Нового выхода нет, Хоторн. Это знак. Да, и на нем написано мертвая зона. Знаешь, я изучила ЕМЗ от и до. Очень даже мило. В том смысле, что только темные и страшные леса могут быть так завлекательны. Но не стражи не должны покидать город. У городских правил есть одна особенность. Они не действуют за пределами города. В стене есть небольшой пролом. Заметить сложно, но он есть. Дальше никто не заходит. По крайней мере, те, кто хочет вернуться. Дай знать, как будешь на той стороне. Хоторн. Хоторн, ты нас слышишь? Сигнал пропал. Что-нибудь слышал? Это были падшие. Падальщики из другого мира. Они поклоняются машинам. Осколок странника. Вот он. Сокрыт от посторонних глаз. Yeah.
Кажется, мы их прогнали. Подведи меня к осколку. Почему мы здесь? Я не был так близок к свету с тех пор, как... Ты чувствуешь? А теперь да будет свет. Ты чувствуешь? Свет вернулся! Я вернулся! Мы вернулись! За дело, страж.
хочешь поговорить о делах клана? Бог страшный. А ты молодец. Вернул себе свой свет. Не знаю, как ты это сделал, но я рада. Свет нам очень нужен. Осталось еще так много выживших. Осторожней там. А, это же второй герой. Это ты. Мы с тобой были там, когда горела башня. А теперь ты стоишь передо мной. Твой свет озаряет перед нами путь. Я вижу много битв на этом пути. Как вернешься, загляни ко мне, Титан. Удачи. Хочешь что-то обсудить? А что они вообще делают? Ищу письма на ваше имя. Нет причин задаваться, даже если у тебя опять есть способности. Может прийтись нелегко, особенно в районе старого города. Просто помни, беженцам из города тоже пришлось несладко. Если хочешь им помочь, найди Деври Маккея. У меня даже чая нет. Тяжелые времена. Деври Маккей, восьмой, кто? Да не дрогнет твоя рука, Стэш.
Начнем, пожалуй. На первом этаже есть знамя. Взглянешь на него? Символ дома падших. Но я его не узнаю. Я тоже. Кажется, падшие разместили его здесь для острастки. Сдается мне, вы найдете еще много подобных вещей с богатой историей. Нам обоим потребуются припасы, чтобы поддерживать силы. Попробуй найти тайник в одном из соседних зданий. Если мы хотим выжить, нужно держать ухо востро. Поглядывай по сторонам. Может, еще припасы попадутся. Пока не забыл, на стене в церкви есть символ. На него стоит взглянуть. Здесь этот символ. Думаю, городские охотники развесили их то тут, то там, пока прочесывали этот регион. Наверное, так они хотели обозначить что-то интересное или опасное. Или и то, и другое. Пойдем проверим. У этого региона занятная история. Я думаю, в ЕМЗ есть целая сеть тоннелей и пещер, вроде той, в которой ты находишься сейчас. Что отхватил код-ключ у того капитана. Наверное, я смогу открыть его тайник с припасами. Отличная работа. Не теряйте бдительности. Вокруг есть и другие скрытые пещеры и тайники. Но оставим это на потом. А пока что давайте займемся делом. Поднимайтесь в колокольню. Я уже поставил чайник.